рассчитаться. Спасибо еще раз. Дайте возможность одному сказать слово первый. Рассчитаться. Спасибо еще раз. Спасибо еще раз. Последний раз пробуем. Рассчитаться. Третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый. Ну что ж, молодцы, давайте поаплодируем. Внимание. Наконец-то. Хорошо, давайте встанем большой-большой круг. Встаньте в круг. Широкий круг. Ну, раз мы ваше внимание собрали, давайте сделаем... За руки возьмитесь. Можно я в центр встану? Широкий круг. Шире. Смотрите, стоп, даже не надо, можете упасть. Мы сейчас с вами сделаем упражнение, оно называется «Воздух, желе, камень». Да? На работу ваших мышц, на раскрепощение, так сказать, внешнее. Значит, если я говорю «воздух», вы все попробуйте, вы все очень легкие. Вы как единое перышко, да? Пробуем. Вот вы воздух, да? Очень легкий. И руки у вас летят, да? Вы одно такое облачко, да? Если я говорю желе, да, болтаемся, мягкое желе переливается. Понятно? Если я говорю камень, то вы застываете как камень, я к вам подхожу, и я вас не давлю, видите, вы не камень. Абсолютно не камень. Тоже не камень. Ну, напрягите мышцы. Не камень. Напрягите. Так, есть у вас камни здесь, нет? О, камень. Вот молодец. Так, понятно? Ну, давайте, попробуем. Камень запомнили. Полностью напряжение, да? Приготовились. Расслабьтесь. Давайте, шире. Желе болтается. Ну, мягкое желе. Где же вы такое желе видели? Мягкое переливается желе. Вот у нас тут хорошее желе. Воздух. Легкие, пушинки. Камень. Оп. И камень. Уже камень, молодцы. Камень. Замечательно. Хорошо. Так, вот, молодцы. Воздух. Легче, еще легче. Бесшумно. Хорошо. Желе, мягкое желе. Пластичное желе. А у вас такое корявенькое немножко. Камень. Так, ну вы прочно подойду. И у нас были не камень. Вот хороший камень. Спасибо. Давайте следующее упражнение тоже хорошее на... Пройдите сюда. Называется огонь и лед. На снятие внешних зажимов, то есть скованность, когда есть у вас мышцы, да, очень хорошо подойдет, чтобы брать. Если я говорю огонь, вы носитесь со скоростью света, да? То есть очень быстро, но никого не сбиваете. То есть вам нужно настолько внимательно быть огнем, чтобы никого не сбить. Если я говорю лед, все, вы лед, вы глыба, которую тоже нельзя столкнуть. Понятно? Готовы? Огонь! Не топаем! Как можно быстрее, не топаем! Лед! Лед, я сказала. Да, полностью. Огонь! Топаем! Не топайте, не зажимайте
Вот видите, какие уже глыбы хорошие? Вот не совсем. Ошиблась. Вообще не глыба. Идите дальше. Огонь! Не сбиваем, не сбиваем, не сбиваем, не сбиваем! Не топаем, не топаем! Лед! Вот хороший экземплярчик мне попался, да? Давай. Ну-ка, давай сопротивление. Вот, вот хорошая рыба. Так, ну-ка, оказывай сопротивление. Вот уже есть. Хорошо, молодцы, спасибо. Давайте еще поделитесь по парам. Все попадают в пару. И таким образом. По парам встаньте. Всем хватило? Уважаемые пары, мы с вами сейчас делаем упражнение, но оно тоже избавляет вас от зажима, как внешнего, так и внутреннего. Еще оно помогает вам провоцировать ваши эмоции. Называется у нас оно «Телохранитель». Один из вас будет телохранитель, один будет ходить с закрытыми глазами. Рассчитайтесь на первый, второй в парах. Первый человек будет ходить с открытыми глазами, второй будет ходить с закрытыми глазами. Значит, задача первого, тот, кто... Нет, вот можно я покажу, идите сюда. Значит, нет, вы пока... Вот если вы с закрытыми глазами, да, по технике безопасности, я вам показываю, не вот так не берем, да, не вот так не берем. Вот вы ведете его за собой, рядом с собой, да. Ручки вы не закройте глаза. Видите, спокойно идет за мной человек, доверяет мне, да? Да, еще это упражнение на доверие, вернитесь. Значит, во время ходьбы вы должны уберечь вашего второго, чтобы он ни с кем не столкнулся. Понятно? И чтобы вы ни с кем не столкнулись. А также мы меняем скорости. Первая, вторая, третья. Хорошо, если вам хочется кричать, которые с закрытыми глазами, кричите. Можно. Готовы? Закрыли глаза вторые. Первые открыли глаза. Краю сцены не подходим. Готовы? В первом ритме пошли. Медленно идем. Смотрим, чтобы ваши вторые ни с кем не столкнулись. Я потом спрошу вторых. Аккуратно ведем. Первая скорость. Аккуратненько. Не зажимаемся вторые. Сразу видно, да, кто кому доверяет, кто кому не доверяет. Вторая скорость, быстрее. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Ритм вперед. Третья скорость, торопимся. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, торопимся. Не сбиваем. Пожалуйста, так, чтобы вас было видно. Я вам хочу спросить вторых. Вторые ручки поднимите, кто был вторым. Ваши ощущения скажите. Кому не было страшно? Ну, это хорошо. Это значит, вы знаете этого человека, вы доверяли ему, да? Кому было страшно? Поднимите руки. А как говорили все, подняли трое, да? Ну, хорошо. Что вам хотелось? Хотелось вам кричать, пищать. Кричать хотелось, и надо было позволить себе это, совершенно верно. Вот, но давайте мы дадим возможность теперь первым побыть вторыми. Давайте поменяйтесь. Ну, у нас столкновений практически не было, поэтому сейчас тоже будьте аккуратны в отношении ваших партнеров, которые с закрытыми глазами. Начинаем с первой скорости, пошли. Медленно, медленно идем. Уважаемые те, кто идут с закрытыми глазами, не зажимайтесь, расслабьте ваши руки, ваше тело. Расслабьте, особенно руки, обратите внимание. Вторая скорость. Не сбиваемся. Аккуратно. Третья, торопимся. Не бежим! А давайте попробуем бегом! Побежали! Бежим!
на первом метре стали вторые, было более страшно, да? А кому не было страшно? Кому было? Ну, скажите, вам было страшно с самого первого ритма или в каком-то определенном? Последний. Да, ну в основном, конечно, это совершенно. Кто столкнул? Кто сталкивался? Поднимите руки. Ну вот это спасибо вашим товарищам, которые вас вели. Они, значит, не очень хорошо вас вели. Да, хорошо. А, давайте с вами пойдем дальше, пока у нас есть еще время. Значит, остайтесь в парах. Упражнение такое на взаимодействие. Вот сейчас повернитесь друг к другу лицом. И также начинайтесь на первый, второй. Значит, уважаемые вторые, вы общее задание, вы смотрите друг другу в глаза, не отрываясь. Но вторые должны от вас убегать, а первые должны не отпускать вас, то есть глаза в глаза. Вторые могут, только по скорости будем убегать, а вторые могут пытаться отрываться, но вы не должны первые отпускать вторых. Понятно? Вы постоянно должны искать их глаза. Понятно? Приготовились. Если пойдет какой-то диалог, ради Бога, можете говорить. Первая скорость. Пошли. Идем, идем. Первая скорость. И не быстрее. Вторые могут отрываться. Аккуратно. На слухах.